Лап! И тигры у ног моих! Чувак, ты похож, короче, на гитариста из «Хижины музыкантов». Малиновый закат. Стать хочу. Вау. Ты вот самый лучший, я тебе скажу. Честно. Всем привет, это «Хижина музыканта», меня зовут Раиль. 8-й выпуск «Чат-рулетки». Каждый раз придумываем что-нибудь интересное, и сегодня будем петь только песни Макса Коржа и записывать реакции людей на песни этого артиста. Кто-то полюбит, кто-то нет, посмотрим. В конце видео разыграю мои видеокурсы по гитаре и вокалу, чтобы и вы научились играть так же, как я. Все ссылочки в описании. А если вы хотите принять участие в этом розыгрыше, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и оставляйте интересные комментарии. Поехали! Ночь! Привет! Ой! Крыши частных секторов! Да. Поехали! Ночь! Крыши частных секторов, собаки воют со дворов, лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что, я сегодня не вернусь домой, я так давно того хотел. Батя, не волнуйся за меня, валы повзрослел. Хорошо тоже поете. Любите Коржа, да? Ну, да, в сердечке. Привет. Как дела у тебя? Моя аудитория 18+. Нормально. Слушай, ты случайно в ТикТок не снимаешь? Чего? Ты случайно в ТикТок не снимаешь? Я видела просто похожего парня, который пел для девушек. Короче, это было в ТикТоке, вот, видео. Я не знаю почему, но у меня ассоциация такая с тобой. А, тебе не понравилось, что ли, что он там пел? Понравилось, почему? Я даже лайкнула. Да ладно! Нифига. Не знаю, не знаю. Малиновый закат стекает по стене. В тех ломаных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Жаль, что ты ничего не знала обо мне. Малиновый закат, воу, рисует на земле, воу. Наивно не пытайся достать, что давно сел на дне, если ты ничего не знала обо мне. Классно очень. Олеся, мне тут поют на гитаре. Я обожаю Коржа, если честно. Надеюсь, я потом не увижу себя где-нибудь в видео. Но это не точно. А если будет такое, смотри, я спел, ты в конце говоришь круто и все. И на этом выключается видео. То есть все-таки ты снимаешь, да? Но все-таки это я тот тиктокер, про который ты говоришь. Там было видео одно, типа, что после водички сразу голос изменился. А, да, недавнее. Прикол такой был, да. Вот я его видела сегодня. А сколько часов ты так приблизительно сидишь? Ну, одно видео снимаю, короче, если прям очень хорошо, если за день, то 3-4 часа. И все, контент офигеть копится, из этого нарезаю на 10 минут, да? Вот вчера я снимал, сегодня сел монтаж, там фигня, короче. Скучные люди какие-то, скучные реакции. Я такой, блин, надо сегодня тоже посидеть чуть-чуть. Ты. Да, ты. Если ты хочешь играть на гитаре, петь прямо как я, вообще любые песни, без границ, то спускайся в описании под видео, там мои самоучители по гитаре и вокалу. Ну начни уже наконец-то петь, не откладывай, не ищи какую-то разрозненную информацию в интернете, которой нет. Это не просто хобби, это реальный способ заработка, отдыха и в то же время нахождения новых друзей и второй половинки. Все возможности открыты, просто осваивай это дело, и все ссылочки будут в описании. Я в тебя верю. Малиновый. Дайте мне красоток, просто сисястых красоток. Твой бокал полный ксо. Знаешь песню? Какое? Вот очень на тему белорусских похож. Да ладно! А Коржа слушаешь? Коржа? Да. Слушаю. Я вообще 17-го года, наверное. О, ну, тогда тебе понравится песня. Такая. Ну что ты, братишка, притих? Обиды залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра,
Валил мне столько бабла, ты думал лишь ты и она, и спокойно ладил дела. Говорю, я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам, там батька рыбки и пива. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Сколько в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия. Будет еще болей, но ты держись. Вау. Очень круто. Спасибо. Вау. Вот скажи мне, похоже вот, абонент временно недоступен, оставьте свое сообщение после сигнала. Ну, есть немножко, да. Блядь, мне просто девки утверждали, что у меня голос прям один в один, блядь. Чувак, ты похож, короче, на гитариста из хижина музыканта вроде бы называется. Да, я тоже его смотрю. Кто не понял, тот поймет. Блядь, ну он охуенный, ты вот прям на него похож. Вы уж простите, ну, опознался. Ну, правда, он сейчас лысенький вроде бы, он же из армии пришел там и так далее. Ну, уже вроде как год назад. А ты что-нибудь делаешь в стриме? В смысле, например? Просто болтаешь или что-то? Ну, я там, просто пытаюсь озвучивать и все, как я делаю это на работе. Что озвучиваешь-то? И что, фильмы, сериалы, аниме? Если ты, в принципе, смотрел «Мстители. Финал», то ты должен узнать этот голос. Если нет, то я тебе советую его пересмотреть. Если ты смотрел аниме Джоджо, то тогда тоже советую пересмотреть, и ты узнаешь этот один и тот же голос. Давай тогда из Коржа, я люблю просто его раннее творчество, типа «Жить в кайф» или «Небо поможет нам». Вот эти вот просто два трека у меня в душе прям. Я миную мир иной, иду по мостовой, каждая минута в кайф, целый мир под ногой. Час пик и любим мы город, хоть отчасти лети, где твоя удача, брат, нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты мой друг, если чё, то стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его, ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого? Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет знать и верить, любить до дрожи по коже. Если ты с небом хороших, оно всегда поможет. Небо поможет нам, небо поможет искать. Небо поможет нам, небо поможет все взять. Небо поможет нам, небо поможет нам, эй. Небо поможет нам, небо поможет нам. Не, охуенно, блядь, чувак, охуенно. Чувак, у меня все мысли, то, что ты, блядь, как раз тот чувак из хижины. Ну, я думал, они уже давно написали о том, что я тот чувак из хижины, музыкант. Блядь, чувак, в натуре. Да, да, я думал, ты там не читаешь, и такой улетел вообще. Да со мной все нормально, просто я немножечко шалю. Блядь, чувак, я просто сам... Ты в натуре, он? Да уж, конечно. Поверьте мне. Не знаю даже, какие доказательства. Блядь, ты охуенен. Не, в натуре, блядь, охуенен. Дальше. Ля, это укупник? Гопник? Нет, ты не похож на сына укупника. Я такой. На одной из старых дач, за столом большим и шумным, речь держали пацаны о вечной дружбе. Узнал? Дым по кругу и до дня стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. Пацана, не понять тому, кто не бежал от местных, с перебитым носом, пьяный по дворам, нужно расстаться нам. Время, значит, ненадолго.
Узнал эту песню? Нет, походу. Нет. Ну ты классно поешь. Спасибо. За коржа могут АП прилететь. Ты в прямом эфире, братишка. А ты тоже блогер какой-то? Потому что у тебя микрофон пиздатый. Сколько у тебя подписчиков? 500 000. А как ты умудрился набрать 600 штук? Когда успел-то? Ну, это было долго, медленно. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. С чего выстрел начался канала? С чего? Баста выпускной. Кавер на... Медлячок, чтобы ты заплакала. Да. Но я всего год. Ты с 15-го года, видишь, я всего год. Вот так вот. Не везет, братик, не везет, прикинь, не везет. Прорвешься, надо что-нибудь фишку придумать. Прорвемся, ответь топера. Не, у меня есть фишка, я долбоёб. Вот это... У меня типа контент чем-то похожий на Зелю, только Зеля ласково общается, а я душу. Не, ну слушай, на самом деле просто мы с тобой похожи, видишь, просто я на канале, я еще немножко начинаю рэп читать, учусь, скажем так, и с каждым альбомом мне получается все лучше на самом деле. Глядишь, к альбому 5-му будут говорить: «Фаркады, тебе топовый трек, какой Кизару». Выхода нет, и все потеряно, планета остановится, ведь все временно, рано или поздно любое дерево станет семенем. Ну у меня вот сегодня трек выходит 12 часов ночи, как ни крути называется. Я чуть-чуть пару постов закупил ВКонтакте, ну насколько мог. Когда-то болен был тобой, но все позади. То есть я считаю, лучше я запущу говёны, но сам. Понимаешь, потому что я от этого... Конечно, не правильно. То есть я полностью сам. Я считаю, ну, развитие. Просто вот был бы человек, который вот реально расшарит в этом, который вот так со мной сел, говорит: «Лёх, попробуй здесь вот так сделать, попробуй здесь вот так». Дома лучше записывать. Если ты куда-то ходил, то была бы фигня. Я сначала записывался в таких, студиях, где за 600 рублей там в час, за 800... Фигня. Вот дома, когда ты можешь 100 дублей сделать, вот это самое то. Я тут небольшую студию так себе сделал, и здесь пишу треки, которые у меня выходят. Спасибо большое. Если что, канал Фаркадыч, чё-то рулетка. Привет. Привет. У меня нет слов. Просто сисяси. Чем занимаешься? Да так, дома сижу. У тебя револьвер, что ли, там? На левой груди, да? Да, и на левой, и на правой. Сразу на двух сторонах? Да. Типа так, что ли? Да. Покажи. Вау. Чё, почему именно револьвер? Это еще картина не законченная, там еще цветы должны быть, но сейчас то, что коронавирус, там все не закончили. Очень символично. Чат-рулетка как бы тоже подразумевает собой рулетку, где крутишь барабаны и встречаешь всегда, кого попало, да? Поэтому вообще в тему. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Эй. Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Эй, эй, тебе, конечно, будут говорить, как можно жить, но можно жить не так. В темноте летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной. Выход ищи там, где солнце и дни. Я-ляй. Да, офигенно. Классно. Ну, ты знаешь, ты, пока мы вот слушали, тут есть музыканты тоже, которые поют, играют. Ты вот самый лучший, я тебе скажу, честно. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Малиновый закат стекает по стене. В тех ломаных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Жаль, что ты ничего не сдала обо мне. Малиновый закат рисует на земле. Наивно не пытайся достать, что давно сел на дне, если ты ничего не знал обо мне. А ты откуда? Я из Казани, а ты? О, Казань. Моя тема. Короче, все, пока не могу. Прости, охуенно поешь, охуительно. Ты пока снимаешь каверы в Инстаграм? Да, найдешь хижину музыканта. Когда я шел на дым костра в полной луне.
там на шорох теней. И тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Эй, ребята, я сегодня выдохся. Весь вечер посвятил, даже два вечера я посвятил съемке данного выпуска. Попели с вами классные песни Макса Коржа. Если любишь Коржа, напиши об этом в комментариях, напиши любимую песню, какая тебе нравится больше всего. И обязательно ставь лайк этому выпуску, набираем 15 тысяч лайков. Я выпускаю 9-й выпуск. Накидайте идей, кого поем дальше. В какую роль вживаемся. А сейчас мы разыграем 3 моих видеокурса по гитаре и вокалу. Если хочешь принять участие в 2 видеокурсах, то подписывайся на канал, ставь лайк и пиши интересный комментарий. Скоро увидимся, пока. Итак, вот он, 7-й выпуск чат-рулетки на моем канале. Копируем ссылочку. Надо было здесь по условиям подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Ссылку скопировал, переходим на сайт Uncle Group. Нам нужен рандомайзер, и сейчас мы будем определять 3 победителей. Поехали, рандомным образом. Первым обладателем моего видеокурса становится... чувак под ником Ганзелло. А где мой курс по пению? Окей, чувак, напиши мне ВКонтакте, получишь курс по вокалу. Так, этот рандомайзер немножко завис, поэтому переходим на другой рандомайзер. И уже будем здесь определять 2 победителей. Так, ну что, поехали, выбираем случайный комментарий. Окей, Богдан Трубин становится обладателем 2 видеокурса. Спасибо. Дальше двигаемся. 3 победитель, Сергей Сергей. Бро, будь другом, исполни, разбери песню Гарик Погорелов «Игла под языком». Песня очень хорошая. Поздравляю тебя с победой и всех остальных ребят. Напишите мне ВКонтакте. Пока.